Всем привет, я Ариша, и это программа «Добыли», программа, в которой мы ходим на мероприятия вместо вас. И сегодня, наконец-таки, мы не в лесу, не на озере, не на холоде, а в самом прекрасном месте. Мы приехали на конкурс «Королева Дальнего Востока». Меня тут ни во что не ставят, я просто снимаю сторисы всем. Зарьяна, почему у вас самая большая корона здесь? Это мировая корона. Я выиграла в ноябре на международном конкурсе красоты Miss Unity Award 2023 2023 года. Это в ноябре было в Индии, Дели. Я стала абсолютной победительницей. Более 20 стран приняли участие. И это то, что каждой женщине, которая участвует на конкурсе красоты, нужно стремиться. Что дальше после «Королевы Дальнего Востока»? Что дальше будет? Самый главный приз, который получает абсолютная победительница «Королевы Дальнего Востока», это поездка в Москву, 100 тысяч, на поездку в Москву, не просто, а на участие во всероссийском конкурсе «Миссис Россия Мира 2024», которая пройдет в Барвиха Лакшери Виллаж с 31 мая, и финал будет 5 июня. Отлично. Расскажите, можно ли жюри как-то подкупить? Жюри? Ну, попробуйте. Ну, мы попробуем обязательно. Эксклюзивный партнер. Чем отличается от обычного? Эксклюзивный партнер – максимальная ответственность, максимальная вовлеченность, ну и поддержка, конечно же, этого конкурса «Королева Дальнего Востока». А вы сами почему не участвуете? Такая, вот, ну, прям королева. Знаете, наверное, мне интереснее как раз участвовать как человек, который поддерживает эти проекты. Вот, потому что студия, которая у меня есть, мы называемся «Галактика красивых людей Месьер», и мы, в принципе, создаем красоту и участвуем в том, чтобы женщины раскрывались, были уникальными, были особенными, становились еще красивее. Ну, мы вами еще будем наслаждаться сегодня в членах жюри. Да, конечно. Все, отлично, спасибо большое, спасибо. Хорошего вам дня. Это. Давайте меняться тогда. Расскажите, пожалуйста, вот вы такая красивая. Мне можете какой-то совет дать? Здравствуйте. Совет единственный. Наслаждаться жизнью и любить ее. И каждый день просыпаться с улыбкой. Это дает настрой на весь день. Я буду красивой, как вы. Да, еще даже лучше, я уверена. Не бывает, что не бывает. Так. Вы самая красивая, я буду за вас болеть. Спасибо большое. Вы отлично выступали, вы самая красивая, я буду за вас болеть. Правда? Да. Вы знаете Олю Бузову? Олю Бузову? Конечно, да. Знаю. У нас сейчас с вами будет интеллектуальный конкурс. Прекрасно. Вы должны будете продолжить ее цитаты. Хорошо. Расскажу, как победить. Можно нести всякую ерунду, и вы победите. Если нужно объяснять, то... Не нужно объяснять. Вы смотрели? В этом мире я королева. Не нравится? Идите. Пи-пи-пи-пи-пи. Хорошо, хороший вариант. Блондинки в моде. При любой погоде. Вы прям вообще знающая. Да. Фанатка? По всей видимости, да. Случайно не губерния? Нет. Тогда почему на вас хочется смотреть вечно? Спасибо большое. У меня брат собирается уже как бы общаться, знакомиться с девушками. Вот он подготовил подкаты. Можете оценить их? Давайте. Вот как бы вы реагировали, если бы к вам так подкатывали? Зачитываю. Девушка, я тащусь от вас, как приора по асфальту. Своеобразно. Ну, вам бы понравилось? Я замужем. Как будто бы нет, давайте. Я замужем. Лучшие подкаты только у моего мужа. Хорошо. Вы очень красивая, я за вас только болею. Спасибо. Я надеюсь, что вы победите. Я не зря же тут трачу энергию свою. Побежу. Победю. Наденьте солнцезащитные очки, тут слишком ярко.
Вы можете ослепнуть, я вот уже все. Мне минус 5 уже от вашей красоты. Девушка, я тащусь от вас, как приора по асфальту. Лада приора? Да. Это же наша российская машина. Это самая лучшая машина в мире. Получается... Тащись дальше. Если бы мне давали 5 рублей каждый раз, когда я видел такую же красивую, как ты, у меня было бы 5 рублей. А вот это хорошо. Это хорошо. Оставляем. Да, оставляем. Чуть-чуть доработать. Да. Не 5, а 5000. Да. Ярослав, давай, действуй. У тебя все получится. Парню надо работать над собой. Ему 17. Ну, все равно уже. Не 5. И уже любит королев, да? Вы почему такая нарядная? Я такая нарядная, на праздник пришла. Вам сколько? 25? Ой. Да, мне 25. Конечно. Я чуть-чуть младше. Чуть-чуть, совсем, совсем чуть-чуть. Такая красивая, я буду за вас болеть. Спасибо большое. Я думаю, что здесь каждая достойна короны, потому что, если вы посмотрите, то каждая до такой степени красива, что просто невозможно глаз отвести. И потом к вам нужно будет обращаться ваше светлейшество. Ваше высочество, ваше светлейшество. Я не знаю. Сейчас посмотрим, сейчас на сцену выйдем и все решим. Я уверена, что вы победите. Побежу. Побежу. Всех побежу. Ну, бежите. Нет, тогда. Блин, только не это. Да нет, нет, это-то мы и выложим. Все остальное вырежем. Ну ладно, хорошо. Пусть будет так. Представляем ситуацию, визуализируем. Вы победили, но вас, вероятно, будут хейтить, потому что всех хейтят. Что будете делать? Ничего. Улыбаться, пусть дальше хейтит. Как бы... Ну не переживайте, я, если что, всем там наваляю в комментариях. Спасибо большое. Я всех заблокирую. Я теперь тоже красивая! Здравствуйте, вы так хорошо ведете. Может быть, вы к нам на губернию пойдете работать? Мне кажется, вам бы подошла программа «Утром». Да? Я очень трудно просыпаюсь утром. Мне сложно вставать. У вас там рано вроде. Ну да, да, рановато. Ну тогда на концертах останетесь. Ну пока да. Ну если что, это я там переговорю кое с кем. Да, вы знакомы там? Да, да, я. Супер. Замолвите? Да, конечно. Спасибо. Я пришла разрушить свою самооценку. Вы члены жюри? Да, да. В этом году, да. И при этом у вас еще какие-то должности? Титулы, которые мы заслужили. Вы кто? Я победительница прошлого года и вице-мисс России и мира. Ну, лента у вас, конечно, крутая. Спасибо. И корона тоже. А вы кто? Я тоже победительница в этом году, королева Хабаровска и вице-супермодель России 2023. Можете мое дефиле оценить? Конечно. Меня Тайра Бэнкс учила. Сейчас я переобуюсь, у меня есть... Андрей, доставляй мои землетрясы. Потрясающе. Шикарно, профессионально. Шедеврально. Отточенная походка, модельная. Ладно, ну я дала шанс сегодня, не участвую, чтобы девчонки победили тоже. И титул мисс Губерния достается... Арине. Арине! Поздравляем! Мисс Губерния должна быть вот такой, как Арина. Спасибо моей маме, спасибо директору, который оплатил эту ленточку, и теперь у меня есть такая ленточка. А корона не тяжелая, у вас голова не устает? Свое никогда, от своего не устанет голова. У вас еще больше? Еще больше. Все прекрасно. Мы идем участвовать в конкурсе зрительских симпатий. Отлично, супер, супер. С нами и журналисты, и артисты. Давай 5. Все? Ты меня сделаешь? Вы идете там? Отлично. Смотреть люди. Да? Вот, папа, ты открываешь наш интерес. Можно нам, пожалуйста, музыку? А можно еще свет? Оу! Вот это да. Как мне победить эту богиню теперь? Давай. Настал мой час.
Я в себя верю. Поддержите. Мне никто не похлопал. Ну вот, мама. Я звезда. Я удаляюсь. Кто за взгляд? Посмотри. Вы за кого пришли болеть? За номер 22. Как зовут? Елена Наговицына. Это моя любимая, я за нее тоже болею. Классно. Вы же тоже пришли ради дефиле в купальниках? В купальниках мы. Дефиле в купальниках. Вы ради этого? А, конечно, да, я ждал этого. И не было. Ну, я подготовилась. Ну, классно. Давайте, будете сейчас оценивать купальники. Давайте. Ну, супер. Нравится, подходит? Мне уже нравится, да. Ну, не очень. Что не нравится? Жена. Да нет, здесь просто жена-то, соответственно, лучше. Ну, на купальник больше не похож, как на какой-то спортивный костюм. Тоже хорошо. Какая деталь вам особенно нравится? Ну, вон та сумочка. Угу. Потому что она полотенце. Практично. Да. Так. Ну, как-то по-детски. Еще шапочка такая детская. Ну, нет, наверное. А это чтобы вода в уши не заплывала. Ну, может быть. Ну, тоже красиво, да. Удобно? Удобно. Что-то ближе к теме, но тоже не очень. Хвост не будет мешать? Да, рыбий хвост такой-то. Ну, может быть, это, если кто не умеет плавать, да, то хорошо будет поддерживать. Хорошо будет тонуть в этом. Да. Желаем победы Елене. Давайте, да, будем надеяться. Покажите, как вы будете радоваться, если она победит. Я скажу вот так. Ха. Мы это вставим на реакцию с купальниками. Хорошо. Через считанные минуты начнется награждение. Девчонки стоят, волнуются. Вы как, волнуетесь? Немножко. Конечно, есть волнение. Ну, вы победите. Я за вас болею. Благодарю. Я за нее и болела! Yes! Ну что, теперь, если вас спросят, были ли вы на конкурсе «Королева Дальнего Востока», вы с уверенностью сможете ответить «Да, были». А я не понимаю, зачем конкурс, если мама и так говорит, что я самая красивая.